Так, дорогие друзья, я вас приветствую на своем канале. Сегодня будем играть в PUBG Mobile на Poco M6. Не тот, который Pro, а обычный M6, который не то чтобы недавно, но некоторое время назад вышел. Сейчас я вам покажу даже в настройках. Так, где у нас телефон? Фоне, вот она у нас, вот, Poco M6. У нас версия на 6 гигабайт оперативки и 128 встроенной. Так, так он у нас выглядит. Очень такой неплохой, приятный аппарат. Красивая вспышка, хорошие камеры. Есть ИК-порт для управления техникой, 3,5 мм разъем, USB Type-C, все дела, динамика у нас здесь один со мной. Там, а что я, куда я уже зашел, так ладно. Что-то классно уже, наверное, да. Вот она. Начал играть, матч начнется. Так. Пленка, кстати, заводская на телефоне уже наклеена. Единственное, еще не очень нравится мне, так это отсутствие индикатора событий. Но это как бы пережить можно. Так, один игрок у нас уже отключился. Это не очень хорошо. Ну, уретно. Все пушки. А там еще выход был, короче, на этот, на балкон, да? Какая оранжевая получится, да? Угу. Так, ну погнали потихоньку. Так, тормозов и лагов пока не замечено. Посмотрим еще, как будет на конечных зонах себя показывать телефон. Я на нем еще пока не играл. По-моему, в PUBG Lite только играл. Кажется, так. Пойдем сюда, наверное, в Новорепное. Что это? Новорепное. Стоит мотоцикл, такое ощущение, как будто на нем кто-то сидит.
На самом деле нет. Он просто с коляской. Так, мои чуваки уже там откисают. Понятно. О, ты бегает. Тихо. Это я стрелял или кто-то стрелял? Я вижу.
Коряка у него, да? Ну ладно. СЛР-ка. Что он берет? Так, у меня еще есть живой. Это хорошо. Так, а я где центр зоны у нас? Вот здесь где-то будет. По идее. Мой чувак, он едет. В мою сторону движется.
Ой. Ну.
Так, а это мой стрелят, да? Так, ну нормально, в дыму не тормозит. Превосходно. Все-таки 6 гигабайт это оптимальное количество оперативной памяти для PUBG. 4 уже тормозит. А что, мой чувак отключился? Да. Все, перегрелся смартфон у пацана, да? Пойдем брать аирдроп. Хорошо, где? Угу. О, ТЗ. Ай! А что, оружие типа поменять нельзя? Алло. Не, можно. Что-то ходит. Кажется. Так, а ну походу. Совсем уже, да? Алло. Там еще кто-то есть? А где? А, это сзади, да? Пойдем. Мочу как зверь, ты шо, ё-моё. Высадил из машины, хорош.
Где они там файтятся, не вижу. А, вон наверху.